Итак, дорогие друзья, мы продолжаем нашу технику мануального массажа, и мы наконец-то добрались до шеи. В той позе, когда человек лежит животом вверх, да, на спине. Значит, вот мы прежде всего мягко подкладываем руки и вытягиваем шею. Это такая тракция. То есть мы берем за основание черепа, да, и кладем палец на челюсть. Желательно стараемся мягкими местами, то есть вот как будто бы на перепонке. То есть как будто бы вот на наших перепонках вот этих пальцев, да, лежит ее голова. Мягенько так подвели, мягенько взяли и потянули. Видите, даже видно, как она вот вытягивается. Несколько раз сделали тракцию, посмотрели, как голова поворачивается, протестировали в эту сторону и в эту. Одинаково симметрично, это нормально. Теперь проверили поворот. Нет, тот, кто лежит, сам ничего не делает. Предупреждайте его, чтобы он не помогал, не подсказывал движение, не предугадывал ничего. Просто голова лежит, сама расслабляется под собственной тяжестью. Вот смотрите, поворот практически идеальный. До плеча. Теперь в эту сторону. В эту похуже. Видите, не хватает. Немножко. Мы можем дотянуть, конечно, да, вот усилием. Но нам надо проверить функциональные блоки. Есть или нет? Значит, есть. Значит, в эту сторону немножко есть небольшой блок. Начинаем массировать шею таким образом, что поддеваем пальцы под череп. И немножко, вот он как бы лежит, покоится, как на тарелочке у нас, да. И немножко пальчиками вот так вот на себя растягиваем, вот тянем, тянем, вот так легко покачиваем. И при этом оттягиваешь, да? Да, при этом я вытягиваю и тяну руки дальше, вот вместе с волосяным покровом уже начинаю массировать мягкими круговыми движениями. Продолжаем движение от лба по росту волос, идем вот так вот, да, мягкими круговыми с прилевидными вот так движениями возвращаемся обратно и еще раз вытягиваем шею снизу. Можно вот сами мышцы шеи вот мы подбираем с другой, с обратной стороны. Отсюда я слева беру правые мышцы, справа левые и вытягиваю. Опусти голову, опусти. Вот, главное, чтобы голова висела. Опять укладываем как на тарелочку. Раскачали, пальчиками чуть размяли, возвращаемся обратно. И теперь такой прием, когда мы упираемся обратной стороной пальцев, да, в стол, а этими пальцами будем вот так вот шею вести, подводить. В первый раз просто на растяжение, а во второй раз с вибрацией вот с такой. Сейчас вам это продемонстрирую. То есть подняли, подобрали руки прямо вот как можно дальше под грудные уже позвонки, да? Вот, приподняли. Аккуратно, чтобы волосы не прищемились. Приподняли. И вот я, видите, голова висит, висит, висит. И как будто бы через валик вот она перекатывается. Вот, дошли до основания черепа. Сосковидных отростков. Еще раз подводим. Теперь с вибрацией. Висит, висит голова, не бойся, не упадет она, не отвалится. Отпускай голову, отпускай. Ты ее держишь. Расслабляйся. Да, еще расслабляй. Вот. А теперь та же самая вибрация, только не одновременно пальцами, а по очереди. Получается, как мы будем так вот расшатывать и раскачивать ее. Вот, смотрите. По очереди. Вот, доходим до черепа, да, и тут такие вот восьмеркообразные движения. В данном случае я масло практически не использую, там чуть-чуть где-то оно осталось, да, на шее, на пальчиках чуть-чуть, да. Нам специально масло не нужно. Вот раскачиваю, раскачиваю и увожу вот сюда, и опять мы возвращаемся. И теперь берем опять
голову как бы перепонками, да, оттягиваем шею и вот такие вот движения. То есть мы держим череп, и именно череп относительно шейных позвонков, расслабляя голову еще больше. Во, вот видите, как он ходит в одну сторону и в другую. Расслабили. Дальше можем перейти к более таким энергичным, жестким техникам, когда мы начинаем шею резко вот так вот встряхивать, резко поддергивать, но при этом завершаем мягко, все равно опуская голову на стол, аккуратно, мягко, чтобы пациент не боялся. Теперь смотрите, вот я вам говорил про зажимы вот этих мышц, да, которые могут приводить к головным болям. Да. Для этого мы эту мышцу расслабляем таким способом, что вот поворачиваем голову, находя ее, да, вот ее место крепления здесь. И место крепления у нее вот здесь. Да. Вот берем мягко между двумя буграми, вот этими большими холмиками ладони, упираемся, а этой рукой упираемся в ключицу, и вот мы ее мягко растягиваем. Сильно? Давление достаточно сильное, да, но мягкое при этом. Растянули. Вот эти мышцы тоже от ключицы размяли. И то же самое с другой стороны для симметрии делаем. Это еще раз показываю, чтобы, может быть, было видно. Вот так закрепили. И вот в эту мышцу, где она начинается, уперлись. Растянули ее. Теперь еще какая растяжка есть? Ну вот, для симметрии давай сюда. Тут тоже разомнем. Еще есть растяжка, когда мы голову поворачиваем, да? И тянем вот под череп берем. А здесь упираемся в плечо. Получается движение у нас под 45 градусов от оси тела, да? Тут мы давим сюда и на растяжение, а здесь давим в плечо, в плечевую кость, вот в эту, да, акромиальный отросток, и растягиваем вот так под 45 градусов. Следующее растяжение еще раз берем под череп побольше, вот мы прям с той стороны, чуть ли не противоположное ухо беру. Здесь кладем руку на челюсть, а здесь давим в плечо вниз. То есть у нас получается перпендикулярно. Скрутка. Скрутка, да, перпендикулярная. Чуть-чуть подальше отойди, чтобы больше было движения. Перпендикулярная нашему этому корпусу, да, оси человека. Вот такая скрутка. Потом вот опять же под 45 градусов. Для этого мы руку перекладываем на скулу человека, а потом перекладываем на висок руку и давим вот почти вдоль тела, чуть-чуть градус у нас там 10-15 градусов у нас отклонение. Волосы, наверное, тянутся, да? Нет. Чувствую, что тянется сильно. Мышцы, да? Угу. Вот, для этого, смотрите, еще раз повторяю, чуть ли не за противоположное ухо хватаем. Предплечьем на челюсть, вот уже видите, пошло вращение. А этой рукой в противоположную сторону, вот мы, вдоль оси человека. Теперь под 45 градусов, руку переложили на, ну, на ухо практически, на скулу, вот сюда. И потом последнее движение, сам череп оттягиваем. Далее понять, что человек отдыхает. И дополнительно еще несколько моментов тракций для подготовки шеи человека к мануальному воздействию, к снятию функциональных блоков, о которых мы расскажем в следующий раз. А сейчас я просто покажу, как мы делаем эти тракции. То есть повернули голову под 45 градусов. Ну, в первый раз вот мы делали вот так, да? Вытягивали в той же позе, как она лежит. Теперь повернули голову под 45 градусов и мягко тянем. Вот так повернули и вот так относительно оси 45 градусов. И тянем вот в эту сторону. Чтобы не пережимать лимфоузлы, можно смягчить тем, что мы подкладываем мякоть своей руки
предплечья, да? Получается движение мягче. В эту сторону под 45 градусов повернули, под 45 градусов загнули и в эту сторону. Теперь подняли голову под 45 градусов вот так вот и вверх вытягиваем. Четко. Я как удав. Уперли голову в свой живот. И вот эти мышцы задние можно отдельно проработать. Покажи сбоку. Вот, прям совсем сбоку. Вот. Вот. Мы вот эти мышцы продолжаем растягивать. Видишь? Мягко прорабатывая, опуская голову. Мягко. Заканчиваем процедуру. И дальше мы можем перейти к массажу лица, например. Мануальным техникам, к снятию функциональных блоков. Но об этом вы увидите и узнаете в следующих наших видеороликах. А пока ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и приходите на наши тренинги.